вот хвалим первую тройку «Витязя», но вот проблема в том, что там защитники, Ержабик с Пульстримом, не сказать, что они плохо играют, но просто не так ярко, как они в своих матчах лучших показывают, какой хоккей. Поэтому вот здесь не хватает немножко. Еще Моисеев! Волкинура! Просто монстр какой-то. У нас сегодня просто вратарский бенефис. Ну, я скажу, Алкинуора, он мало того, что он такие мертвые шайбы тащит, он такой враж вошел. Посмотрите, ну это вообще.